Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня мы открываем посылочку. Самое интересное, что я даже не знаю, кто, собственно, нам ее прислал. Бывает и так. Да, вот пришла она без опознавательных знаков. Поскольку посылок за выходные пришло очень много, уже даже не знаю, кто отправил. Поэтому такой же сюрприз, как и для вас. Кто не любит распаковочки, как всегда говорю, сейчас будет много шуршания, будет все в мешочках, серебро России, вот какая прелесть. Будет сейчас много мешочков красивых, но это все будет вот так вот все выглядеть. Так, серебро России, как бы нам теперь подлезть. Здесь будут очень классные кольца, которые города. Помните, были как-то у нас кольца? Должны быть вот эти вот кольца. Вот. Так. Как все сегодня у нас плотненько запаковано. Всем интереснее будет узнать, что там все-таки внутри. Очень я люблю сама распаковочки, несмотря на то, что я это делаю практически каждый день. Просто не все попадает в эфир. Так, сейчас. Что-то мне кажется, что это не серебро России. Просто их коробка. Сейчас посмотрим. Если это серебро России, значит, должны быть города. Но это точно не они, потому что какой-то пакет такой они завернуть не могли. А вот и сюрприз. Это у нас Дагестан. Да. Вот такая красота. Даг Сильвер сделал нам сюрприз в коробочке из компании Серебро России. Сейчас посмотрим, что, чем нас порадовал Даг Сильвер. Так, это шнурки кожаные. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Потому что шнурки заказываем у них первый раз. Сегодня прям такой, да, сюрпризный сюрприз. Так, шнурочки кожаные, серебряный замок. Шнурки хорошие, плотные получаются. Смотрите, как закручено. Средний диаметр. Замочек карабин. Так, видно? Видно. Так, что по длинам? 50 сантиметров. В этом пакетике 55 сантиметров. 65 и 60. От 50, в общем, до 60. Коротких, наверное, нету совсем, которые на 45. Коротких не будет. Далее. Штучная подвеска. Это эксклюзив с агатом. Вот такой был шикарный агат. Нам его сделали в подвесочку. Шикарная дужка большая. Потрясающее изделие. Очень красиво сделали. Срез камня. Вещи прям красивые. Так, тут у нас должно быть много фианитов. Сейчас мы посмотрим. Так, 5 получается комплектов. А нет, вот 6 фианитов. Сейчас я вам покажу цены, уточняйте все данные, как всегда, под видео. Вайбер, ватсап, группа ВКонтакте, Инстаграм и виртуальная витринка. Просто пока я это на витрину выложу, пройдет какое-то время. Так, кианиты, серебре, кольцо и серьги. Очень красивые наборчики. Шуршачьи пакетики. Все как вы любите.
Так, тоже кианиты. А давайте сразу размер кольца буду говорить. 18,5, а предыдущий был 19. Шикарные кианиты. Вот так сильвера всегда отличные. Так, это у нас с цирконами. Кианит и вокруг цирконы. Вот такой комплектик. Размер кольца 19. Следующий комплектик. Такая кианитовая красота. Кианит прям отличный. Размер тоже 19. Так, крупные пошли кианиты. Вот такая роскошь. Даже тут веревочки короткие. Ну, в общем, как-то вот так. Вот такой комплект. Большими крупными кианитами. Кольцо 21 размер. Так, и заключительный с кианитом. Замки, что хорошо, у всех комплектиков большие. Можно и на высокую мочку. На прокол любой. Так, вот такие кианиты в лапках. Размерчик 20. Так, вижу один наборчик с бирюзой и амазонитами. В прошлый раз кому не досталось, напишите. Вот, приехал еще один. Здесь амазонит и бирюза. Вот такая красота. Смотрите. Амазонит в центре. И по краям бирюзовые шарички. Очень красиво. Смотрите, как роскошно. Цвет необычно яркий. Шикарный наборчик, мне очень нравится. Так, смотрим, что у нас дальше. Так, что у нас дальше? Дальше у нас змеевик. Так. Заодно и замочки проверим. Сейчас, секундочку. Колечко сначала. А, с амазонитом размер не сказал, да? С амазонитом 19,5. Змеевик, серьги и кольцо. Какой красивый, смотрите, цвет. Шикарнейший. Кольцо 19,5. Далее. Так, что у нас тут? Лабрадоры. Два комплекта. Веревочек, лабрадорчики. Ой, маловато будет. Главное потом из него вылезти обратно. Шикарный цвет. Такой в зелень он дает. Вот этот вот отлив и резация. И лабрадорчики сами небольшие, а аккуратненькие. Кольцо, наверное, 18,5. Да. Очень красивый лабрадор. Прям то, что надо. И покрупнее. Лабрадоры. Так.
Так, серьги и кольцо. Сейчас раскроем. Колечко. Супер. Смотрите, какой отлив. Очень ярко. Лабрадоры прям изумительные. 18,5. Так, и что у нас? Это, наверное, все. Это у нас все. Это у нас все будет принит. Нефрита нету. Принит положили. Так. Тут все очень такой системы. Принит. Смотрите, какой прелестный. Прелестный принит. Шикарно. Смотрите, девочки, какая прелесть. 19 размер кольца. Так, следующий. Вот, длинненькие серьги. И два. Вот такой принят. Шикарный. Кольцо. 18. Сейчас раскрутим все. И какой маленький прям. Малюсечка. Малюсенький принитик. Хорошенький кабошончик. Смотрите, какой цвет. Очень красивый. 18 размер. Так, и заключительный. Где-то он тут. Такой вот тоже в оправочке. Красивый, нежненький принят. Размер здесь 19,5. Все, вот такая у нас сегодня небольшая распаковочка по ценам. Кого что заинтересовало, пишите в Viber, WhatsApp, группа ВКонтакте, в Instagram, потому что на витринку это все пойдет чуть-чуть попозже. Я вам желаю приятного дня, отличного начала рабочей недели. Всем пока-пока!